Добрый день, уважаемые зрители! После опубликования видео на тему правил охоты у меня в комментариях появилось очень много вопросов. Сразу на все я не смогу ответить, но постепенно постараюсь на все вопросы ответить. Вопрос зрителя. Посмотрел видео, где сотрудники заказника охотились на территории заказника. Как такое возможно? Все охотничьи угодья делятся на закрепленные и общедоступные. Закрепленные угодья – это, собственно, охотхозяйство, либо общество охотников, либо частные и иные территории. Что такое иные территории? Это, например, могут быть земли военного назначения, допустим, полигон, на котором дикие животные и птицы обитают, но охота там запрещена, так как там невозможно проводить охоту из-за техники безопасности, потому что идут стрельбы на этом полигоне. Это военный объект. Другие иные территории, на котором обитают дикие животные и птицы, это особо охраняемые природные территории. Бывая в охотничьих угодьях, охотник часто видит такие таблички или аншлаги. Судя по надписи на этом аншлаге, охота здесь разрешена. Но бывают и такие. Или такие. Попробуем разобраться. Современное законодательство об охране животного мира и охоте настолько обширное и запутанное, что у многих возникает масса вопросов о том, где и как можно охотиться, какие виды охоты бывают. Особо охраняемые природные территории. Что это такое? Можно ли охотиться на территории заповедников и заказников? Здравствуйте. Департамент по охране животного мира. Вы не на охоте? Нет. Ну вы только что мимо меня проехали там, да? А я просто катаюсь. Особо охраняемые природные территории бывают разные. Это заповедники, заказники, природные парки, памятники природы. У них разное подчинение. Одни имеют федеральное значение, другие создаются субъектами. Например, Висимский заповедник федерального значения. Или Баргрузинский биосферный заповедник. На таких территориях любая человеческая деятельность запрещена, только охрана и научное наблюдение. Природа на этих территориях должна развиваться без вмешательства людей. Хотя и это не получается, так как если в заповеднике по вине человека случится пожар, его все равно надо будет тушить. Следующие по значимости – это природные парки. Они тоже бывают национальные и местные. Например, у нас есть природный парк «Бажовские места» областного подчинения. Здесь уже режим менее строгий. В парках территория делится на зоны. В одной зоне может быть хозяйственная деятельность полностью запрещена, в другой разрешается туристическая деятельность. Также может быть зона охоты и территория, где разрешена рубка леса. Следующая категория – это заказники. Они также могут иметь федеральное и местное значение. Заказники бывают комплексные и видовые. В комплексных заказниках охота обычно запрещена, заказана. Это происходит от старинного слова «заказ», то есть «запрет», а не от современной трактовки «охота по заказу». В видовых заказниках охота запрещена на отдельные виды. Кроме того, в заказниках может быть ограничена хозяйственная деятельность человека. Я в свое время создавал заказник Косвинский в Пермском крае. Пытался запретить там рубку леса, геологоразведку и нефтедобычу. Охоту закрыли, а эти пункты убрали, так как это подрывает экономику области. В результате охота закрыта, дичи, конечно, особенно лосей стало больше, но буровые стоят, лес рубят, и заказнику от этого плохо. Теперь, когда мы определились с тем, какие бывают природные территории, особо охраняемые, мы можем рассмотреть параметры конкретной территории. Разберем это на примере нашего природного парка «Бажовские места». Заходим в любой поисковик, набираем парк «Бажовские места» и ищем. Находим положение о парке, утвержденное правительством Свердловской области. В этом положении читаем, для чего создан парк, какие запреты, какие разрешения, на какие конкретные категории делится его территория. Узнаем, что в парке есть зона любительской и спортивной охоты.
Также видим, что парк обязан проводить биотехнические мероприятия. А это и подкормка, и регулирование численности опасных животных. На территории парка запрещается, в том числе и охота, кроме зоны ограниченного хозяйственного использования и зоны любительской охоты. То есть охота в парке фактически открыта. Отличие охоты в парке или заказнике лишь в том от охотничьего хозяйства, что если вы нарушите правила охоты, то вас не будут привлекать к административной ответственности. Незаконная охота на особо охраняемых природных территориях уголовно наказуема. Если вы в охотхозяйстве, допустим, охотитесь на рябчика без путевки, то это штраф 4000 рублей. Если же в парке или заказнике, то это 258 статья Уголовного кодекса. Какой вывод можно сделать? В заповедниках, заказниках, природных парках охота может быть, и она проводится, но за нарушение правил охоты и режима особо охраняемых природных территорий ответственность обычно уголовная, и ущерб надо будет возмещать в гораздо больших объемах. Добрый день. Вы не на охоте? Я из департамента. Да, можно и так сказать. Я знаю, кто вы. Мы все знакомы. Мы все с одного коллектива. Да мы покататься так. Мы покататься с семьей. Да веники развешу. Чайку попить. Но оружие при себе. Спасибо за внимание.